приветствую вас, дорогие мои подписчики, гости моего канала. Сегодня у меня на канале будет распечатка вот такой посылочки. Я сейчас открою и вам покажу. Я снова выиграла в одном конкурсе, в котором я снова участвовала на Facebook. Эта посылочка мне пришла со Львова, от интернет-магазина элитной парфюмерии. Они разыгрывали такой подарок. У них там очень большой магазин, разные парфюмерии, очень интересные духи, разные элитные. Они уже продают, ну, уже не один год. Кому будет интересно, ссылочка на их магазин, на их страничку в Facebook и на сайт будет у меня под видео. Не знаю, посмотрим, мне тоже интересно, я сейчас хочу быстренько открыть. Там было написано, что разыгрывается недельный запас итальянского кофе и сладостей. Так что мне интересно, что здесь есть. Так, будем надеяться, что я быстренько открою. Видите, так запечатано. Так что я хочу открыть, а вы пока подождете пару минут, надеюсь. Зайдите, посмотрите, там очень много разных духов есть. Может, вам что-то приглянется, может, есть там интересные духи. Я когда-то покупала, мне нравились духи Жедор. Я вижу, у них тоже есть такие духи. Ну, и там не такие, там очень много. Там больше, по-моему, 700 видов разных духов, которые они продают. Так что, если вам интересно, зайдите, посмотрите. А мы сейчас будем вот так. Так, здесь ничего нету. Поставлю свой скальпель. Так, у нас такая посылочка. И сейчас мы ее тарарам откроем. Что у нас здесь? Так, у нас здесь так, еще запечатано. Открываем. И у нас вот такая посылочка. Вот такие конфеты и кофе. Есть. Так, эти у нас конфеты Флоренс. Ну, это, конечно, конфеты не итальянские, а ВК. Но тоже довольно неплохие конфеты. Мне нравятся. Я люблю вот такие разные конфеты, которые идут на с вафли. Вафельные такие же. Была вафель и бывает в шоколаде или с какой-то хорошей начинкой. Видите, здесь у нас вот такие конфеты, 7 штук. Это так, для тех, кто не хочет поправиться. Одну конфету в день и хватит. Да, и у нас здесь есть еще. Так, сейчас мы посмотрим, что у нас здесь есть. Тут какие-то интересные пакетики. Пакетики с кофе. Ну, в принципе, я такие пакетики, в принципе, никогда не покупала и не использовала. Если я покупаю даже итальянскую каву или другую, то это у нас кофе, видите, Ристора. Ристора кофе, не знаю. Если честно, такое не пробовала. Там кофе, это тоже Ристора, но это декафенат. Так, декафенат, это, наверное, кофе Ристора обычная, а это, наверное, кофе с низким содержанием, да, без кофеина. Да, это без кофеина, а это обычный кофе. Да, знаете, есть у некоторых, что кофеин не переносит, или у кого давление, есть некоторые пьют без кофеина. Вот эти, видите, кофе без кофеина. А вот это идет обычное кофе. Так, да, это итальянское кофе Ристора. Ну, не знаю, попробую. Ну, если честно говорю, такое я никогда не брала. В пакетиках никогда. И здесь у нас еще вот такие три пакетика. Камомилла, Дармар. Ароматический, это чай. Чай, это, наверное, у нас, наверное, с ромашкой. Видите, здесь нарисована ромашка, это, наверное, у нас... Чай с ромашкой. Ну, я ромашку не пью, у меня на ромашку
аллергия. В принципе, я такие чаи травяные очень редко пью. Так, и у нас есть еще вот такой календарик. Видите, календарик на 2018 год с ихними данными. Вот, видите, ихний сайт. И здесь, конечно, написано по-украински «Свет твоих парфумов». 707 брендов по 250 гривен. Да, видите, здесь их телефоны и странички Facebook, там, ВК. Ну, ссылочки я оставлю, как всегда, под видео. Если кто захочет посмотреть, там на духе посмотрите. Вот, друзья, вот такая у меня была посылочка сегодня. Вот такой кофе, конфеты. Спасибо, конечно, магазину «Элитная парфюмерия» за такую посылочку интересную. Конечно, жаль, что конфеты не итальянские. Ну, конфеты наши, но спасибо и за это, потому что я очень сильная сладкоежка, я очень люблю конфеты, сладости, особенно все шоколадные. И, ну, эти конфеты тоже хорошие. Все, друзья, вот такая у меня сегодня была посылочка. Если кому было интересно, поставьте лайк, подпишитесь на канал. Встретимся в следующем видео. Всем желаю тоже большой удачи в жизни, выигрывать. И пусть у вас все будет хорошо. Всем пока-пока, до новых встреч.